Тихо. Ну-ка, Димарик, давай. Пару добрых слов. Все будет. Все будет, ну-ка потяни лямочки. Думаешь? Конечно, я думаю, не удобнее. Держи камеру. Давай, ты главный сегодня. Поехали. Стой, стой, стой. Лучше на задние колеса. Ну-ка. Стопы. Последняя подготовка перед полетом. Слушайте, да? А Ваня будет меня слушать? Да, да, да. Нет. Ну, пожалуйста. Он будет меня слушать, пойдем. А он жену слушает? Нет. Ваня, жену слушает? Я слушаю. Ваня, если ты жену слушаешь, она сказала, что в меня катать как маленького. Да, да, да. Я с ней договорился. Она сказала, ты умеешь. То есть она будущее видит. Потом увидит, как спаснет. Привет. Анна Ивановна, подцепишь прям так, наверное, на колесо? Не-не-не, мы сейчас рядом ее, меня скинем. А да, тогда... надо будет, я ногу выставлю, посадить вот так, чтобы спиной оперся на ногу, а потом подцепимся. А запускать будет, будете держать. Сейчас его, братан. Только не, я очень этот такой. Он будет говорить, пап, не надо вот это вот все. Ты не слушай его. Жестоко с ним надо обойтись. Чтобы он больше сюда не приезжал. Бабушка. Она знает Колю. Баб Маша, привет. Она не очень одобряет мне приключения. Баб Маш, все будет хорошо. Мне ассистенты нужны, чтобы... Мы двое уже здесь. И на посадке. Да, само собой. Под попу можно ловить. Да, да, да. Я уже все объяснил, все. Подвози его. Вот. Антон, тебе надо будет вот кресло убрать. А вот все нормально? Да, проверь, нет, пожалуйста. Нет, не надо тут ничего застегивать. Там здесь застегнуто. Да нет, просто я так болтаюсь. Да не надо тут болтаться. Серьезно? Может, я может, только что раз, человек да? крупнее просто летал. Чего? Крупнее. Ты что, его толстым назвал? Все. Давай, мы его поднимаем, ты кресло убирай. Стой. А, рука не стой. Там, рука не там. Руку под окном. Так проще. Все, надевай. Куда там? Все, сектор старта не работает, покиньте старт. Я, говорит, по фотографию. Бери, колес. Все. Кладите его. Давай на землю пока что. На землю. Спинку мне. Как будем стараться? Спинку на ногу. Вот, спинку положите. Вот так вот. Смотри, все, давай вот так все. Вот. Вот смотри. Дань, готовишь грузки, тандем. Вот здесь. Дальние зимы. Я лямку бери. Да, держите. Подождите, я криво сижу что-то. Скажи его, что с Димоном. Нормально, ниже. Скажи, хорошо, пускай тянет, пожестче. Саша, на связи, да? Ну смотри, мы с Димоном, а вот это нормально тяга, потому вот что, то, что парни ассистируют. Петелька. Вот. Ну, в принципе, что, а? Готовы? Колян просто ниже, вот и. Не, вот это готовы, петелька, пошел, она пошел. Да она надо оторвалась, да забей. Камеру включили. Причем в следующий раз. Включили, все нормально. Блин. Ну 50 на 50. Слушай, вот, а... ручку только красную не трогай. Слушай, а вот это надо было пристегнуть, по-моему. Чего? Ну ладно, забей. Это как всем пассажирам? Ну давай сейчас не будем об этом. Погнали. Тяги. Ручки в стороны развели. Не снимай. Все, и снимай, смотри в камеру. Thank you.
прямо в дорогу. Снимай вот так. Давай. Не-не-не. Давай, крабы. Вот это? Бывай. Ага. Руку бывай.